В рабочем графике главы региона сегодня была и встреча с Бахтиёром Холиковым, военным комиссаром Чувашской республики, в ходе которой стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения о взаимодействии Министерства обороны Российской Федерации и Кабинета министров Чувашской республики по порядку обеспечения деятельности военного комиссариата Чувашии и военных комиссариатов муниципальных образований региона. Соглашение позволит синхронизировать усилия по мобилизационной работе и патриотическому воспитанию молодежи в рамках стратегии национальной безопасности Российской Федерации, отметил глава Чувашской республики.